Заходим на YouTube, на свой канал. Менеджер видео. И прямые трансляции. Из этих прямых трансляций нам нужны все трансляции. Под начать эфир, красные, все трансляции. Здесь создать трансляцию. И ввести название. Начать прямой эфир. Приглашаем участников либо путем рассылки скопированного URL, на котором будет происходить трансляция, либо по почте, вводя сюда почтовые адреса. Мы никого приглашать не будем. Поэтому просто закрываем. Кнопка «Начать трансляцию». Все разговоры, общение, договоренности с участниками можно производить без включения начала трансляции. После включения начала трансляции пойдет запись, которая будет храниться затем на YouTube. Ограничение 8 часов. Вот сейчас пошла запись. Теперь мы в прямом эфире. Мы можем показывать экран. Но для того, чтобы показывать экран, надо, чтобы он у нас был сначала здесь открыт. Вот, например, мы сейчас откроем экран новых высот Юрий. Возвращаемся в нашу трансляцию. Окно программ. И открываем вот эту программу. Поделиться. Показать на главном экране и убрать экран, который нам загораживает нижнюю часть, скрыть его. Теперь на главном экране идет трансляция. Я перешел в окно, которое у меня сейчас транслируется. Нечаянно я закрыл аниматрон, поэтому опять войду в аниматрон. В аниматроне появилось новое видео, который сейчас можно здесь прямо запустить. При редактировании я убрал две звуковые дорожки в аниматроне сейчас и забыл их потом восстановить. Убираю здесь значок, закрывающий дорожку, и здесь значок, закрывающий дорожку. Перехожу опять в мои проекты. Поехали. Новых высот, Юрий. Поехали. Хэнгаут наш открыт вот в этом окне. Получается так, что в нашем браузере теперь два экрана. Один экран, на котором я работал, аниматрон, а второй Google Видео Встреча. И теперь я здесь Google видеовстречу закрываю, совершаю прямую трансляцию и кладу трубку. Две операции, которые надо восстановить. Видеовстреча закончилась. Теперь я могу войти в менеджер видео своего видеоканала. Пока еще обработка не закончена, но смотреть уже можно.
Теперь мы в прямом эфире. Мы можем показывать экран. Трансляцию. Здесь значок, закрывающий галочку. Перехожу опять в мои проекты.